Коллеги, всех приветствую. Сегодня мы будем с вами обновлять электронно-цифровую подпись на площадке Rosselturg приватизации аренды имущества секция. Сразу говорю, что я нахожусь на удаленке, у меня рядом ребенок, поэтому у меня будут посторонние звуки. То есть здесь у меня написано срок действия вашей аккредитации истек 19.03.2020. Так, что нам нужно сделать? Настройки нажать. Проверка электронной подписи, вообще личные сведения. И обновить сведения об электронной подписи. Окей. Нажимаем разрешить. Так, договор. Настройки, личные сведения. Я буду загрузить электронную цифровую подпись. Нажмем разрешить. У меня еще раз все обновится. Давайте еще раз попробуем. Нажимаем Yes. Выбираем, где у нас. Окей. Окей. Сертификат успешно обновлен. Теперь проверка электронной подписи. Проверим электронную подпись. Окей. Электронная подпись действительно. Заявки на участие. Давайте попробуем подать. Ну, какую-нибудь актуальную процедуру. Все нажмем. Проверим, работает она или нет. В принципе, как бы это все. Вот идет прием заявок. Давайте заявку на участие сделаем. Что попало, напишем. И подписать и направить. Сведения сохранены. Давайте напишем подписать. У меня недостаточно средств на счете, но в целом все работает, все как нужно в штатном режиме. То есть здесь не надо ни аккредитации, ничего. На этом все. Если мое видео было вам интересным, понятным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.